Рождественские праздники уже давно отшумели, но на Пиренеях чудеса случаются загадочной периодичностью. Черно-белая сломанка, скатывающаяся по турнирным ступеням во второй дивизион, играла дома со столичным «Атлетико», плотоядно посматривающим в сторону Кубка УЕФА и медалей чемпионата одновременно. Вере открыл счет на 10-й минуте, но это еще ничего не значило. Подобные матчи, как правило, абстрагированы от чисто футбольной интриги. Бедные клубы бьются за всех сил не только за старый неприязнь к столичным толстосумам. Эмоции, добытые аутсайдером неожиданной победы, могут стать фундаментом дальнейшего успеха. Так все и вышло. Сломанка перехватила инициативу, и если бы не Вьере, котировавшийся тот вечер как доллар к рублю за шестерых, «Атлетико» выкинул бы белый флаг еще до перерыва. А так команды отдыхали в раздевалках при ничейном счете. В начале второй 45-минутки наивные надежды мадридцев на ничью растаяли словно дым. Сильвани и Попеску забили по голу близнецу, напрочь игнорируя закон о всемирном тяготении. Большая часть хозяев подпрыгнула после гола румына от радости, и вот тут-то Вьере выбил у них почву из-под ног. Итальянец с хладнокровием прожженного картежника за минуту набрал покер. «Атлетико» надо было бы на этом остановиться, но он полез вперед и получил контратаку, как туза на мизере. Вышедший на замену Алонсо убежал на последней минуте от уставших защитников и поставил на табло пятерку всей «Соломанки» за эту игру. 5-4.